Друзья, большое спасибо, что вы шлете нам свои фото. Это потрясающее ощущение видеть это на экране. Вот это и есть настоящая, подлинная, истинная история нашего великого города, который действительно достоин вот этого звания «Город трудовой доблести». Также напоминаем, что вы можете нам позвонить в прямой эфир и рассказать истории ваших родственников. Мы продолжаем. У нас новый гость, профессор, доктор исторических наук Вячеслав Николаевич Парамонов. Вячеслав Николаевич – автор книги «Оборонные предприятия в годы войны и мира». Собственно говоря, человек, который знает про эвакуационный Куйбышев все, я думаю, и нам сейчас расскажет то, чего не знаем мы, расскажет какие-то новые факты. Вячеслав Николаевич, вот вопрос, который меня давно мучает, как вашего коллегу, я историк по первому образованию, и который мы уже сегодня задавали. Так был ли Сталин в Куйбышеве? Вопрос может быть такой, где-то риторический, где-то шутливый, но он где-то более журналистский. Более журналистский, но он всем интересен. Здравствуйте. Я хотел бы прежде всего всех поздравить с нашим общим праздником, вот, ну а потом уже вернуться к вашему вопросу. Ну, вот те документы, которые хранятся и в архивах госбезопасности, Федеральной службы безопасности, вот те материалы, которые хранятся в архиве социально-политической истории, они, к сожалению, не дают такой информации по поводу пребывания. А я как историк, я могу только опираться на источника. На документы. Не на анекдоты, анекдоты какие-нибудь там, вот, и слухи. Вот, там, во всяком случае, об этом нет. Вот, сегодня здесь говорили о том, что Светлана здесь была, а сюда приезжал и Микоян, и другие тогдашние руководители. Но Сталин, вот, он все-таки совершил поездку в западном направлении, известно, вот, в 43-м году на фронт поездку такую совершал. Но о том, что он приезжал сюда, будут документы, найдем. Будем рассуждать. Так, будем рассуждать. Как историки, да? Да. Конечно, вот все же историки трое. Да, так вот собрались клуб, небольшой клуб историков, да. Вячеслав Николаевич, насколько я знаю, у вас свое мнение по поводу соотношения труда заключенных и людей свободных, да, свободного труда. Мы тоже затрагивали эту тему, и разные уже звучали мнения. Вот ваше мнение на этот счет? Ну, я и когда-то раньше в монографии, поскольку работал в архивах, вот, и, собственно, об этом говорит и сборник документов и монография Александра Ивановича Репинецкого и Алексея Владимировича Захарченко, они подготовили тогда достаточно, ну, по временам фундаментальную работу. Вот изучение этих документов показывает, что все-таки преобладал труд свободных людей. Это можно посмотреть. На самом деле. Да, вот. Я не говорю и не хочу отрицать роль вот контингента, как тогда называли, вот, из числа заключенных. Там небольшая доля была из тех, кто сидел по 58-й статье за политику. Да. Угу. Вот. Но почему их привлекли? Смотрите, из нашей области на фронт было призвано больше полумиллиона. Представьте, кем это компенсировать? Конечно. Что будет? Это раз. Где взять людей? Да. Вот. Второе, что, конечно, был труд и квалифицированный, тот больше использовали тех, кто вот по статьям политической, статье политической сидел. Вот. Но был труд такой, скажем, малоквалифицированный. Там, скажем, вот изготовление кирпичей. Я вот встречал некоторых тех современников военных лет, руки обожженные, потому что они вот изготавливали кирпичи даже в тех местах, ну, которые мы сегодня не можем подозревать. Вот, я учился тогда в 47-й школе, это Кировский район, не та, которая сегодня. Mm-hmm. И нам рассказали, а вот видите парк, сейчас там церковь. А там, видите, там был кирпичный завод. На самом деле. Александр Николаевич, мне подскажут, что у нас есть звонок в студии от телезрителя. Давайте прям ненадолго прервемся и продолжим. Хорошо. Ваш рассказ. Вы в эфире, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Да, здравствуйте. 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 С праздником вас. С Днем Победы. И вас также с праздником. Представьтесь, пожалуйста. Наталья Николаевна, здравствуйте еще раз. Еще раз здравствуйте, с праздником. Расскажите вашу историю, Наталья Николаевна. Я хочу рассказать про маму свою.
Да, мы вас слушаем. Ей было 15 лет, когда началась война. Вот, и она училась в техникуме. И тогда техникум закрыли, и их сразу всех перебросили на завод имени Масленникова. А сколько ей было лет тогда, Наталья Николаевна? 15 лет. Угу. Да. Что она рассказывала о том времени? Наталья Николаевна? Она рассказывала, как они работали. В одном цеху они с сестрой работали со старшей, а в другом цеху работали родители Ихи, то есть мои бабушка и дедушка. То есть родители не выпускали с завода, по неделям они работали. Делали какие-то детальки Катюшам, вот мама рассказывала. И вот она говорит, и холодно в цеху, все, мы прибежим к маме, плачем, ручки замерзли, под воротничком в шее полно у нас, говорит. Вот, и мама говорит, нам в шее все уберет, и мы опять бежим к станку. Вот, очень тяжелое и трудное время, тяжело, конечно, говорить все это, и да. Да, с комом в горле буквально. Добрая память. Наталья Николаевна, а как вы чтите память вот в семье? У вас как принято вспоминать ваших родных, ваших близких? Мы вспоминаем. Говорите? Да-да-да, Наталья. Всегда, каждый день вспоминаем. Сегодня такой день, мы, конечно, вывесили всех. И свекор, который прошел всю войну, и свекровь, которая тоже трудилась в село Узюково. Мы повесили их на окна, ленточки повесили. Молодцы. Все как положено. Наталья Николаевна, мы тоже от вас ждем фотографию вашей замечательной мамы, потому что мы составляем фотобанк из портретов куйбышевцев, которые трудились здесь в тылу, которые здесь ковали победу. Поэтому, пожалуйста, пришлите нам эту фотографию, мы покажем ее в прямом эфире. Мы не будем ограничиваться сегодняшним эфиром, и позже будут дни, когда мы будем посвящать внимание, уделять внимание этой теме. Сейчас поздравляем еще раз вас с праздником, Наталья Николаевна. С Днем Победы. Да. С Днем Победы. Спасибо, что вы нам позвонили. До свидания. Спасибо большое. Вот такие истории, Вячеслав Николаевич. Ну, давайте продолжим все-таки историю по поводу заключенных. Да? Вот то, что вы говорили, что использовали только, когда был необходим малоквалифицированный. И что их было не так много, да, не на так самом много. Деле, и доля была не так велика. Ну, где-то 80 тысяч с небольшим, вот по подсчетам, то, что есть вот в архивах. Там, а контингент. Общую цифру, если назвать, чтобы понять соотношение у нас людей задействованных? Ну, общую вот больше где-то 300 только на предприятиях промышленных было, 300 тысяч. Угу. Вот. Ну и прибавьте вот эти 80 тысяч заключенных и 300. Да. Вот. Но угу. Там разные предприятия. Вот на оборонных-то там не так много. Ну, сами понимаете, секретность. Да, не тот была. Уровень, что да. называется, чтобы допускать вот таких людей. На предприятиях, которые были, скажем, там кирпичные какие-нибудь, вот, там швейные. Но в основном, конечно, на тяжелых работах старались. Вот. И плюс стройки вот, на 66-м. Вы знаете, квартал 66-й, да, квартал, да, знаменитый дома. Квартал, вот. Да. И мы тут одну передачу, как раз тоже радио, и позвонила слушательница и рассказывала, вот, что там построили дома в значительной части военнопленные. Да, немцы, вот, да, да, строили вот. Эти банки, а, да. Скажем, вот штукатурные работы, отделочные, как принято говорить, работы. Вот приходили, приводили женщин, который там конвой сопровождал. Заключенные, вот, да, женщины. Заключенные, вот они там делают. Вячеслав Николаевич, а вот ваша оценка как историка, как специалиста вообще, в чем особенность куйбышевской оборонной промышленности? В чем ее уникальность в сравнении вот с другими городами, с другими регионами? Ну, первое, наверное, то, что начиналось формироваться вот эта промышленность, она еще в дореволюционный период. Вот. Ну, первый самый такой завод известный – это трубочный завод и плюс заводы, завод Масленникова. Да, который угу. вот больше известен. И вторая группа заводов – это вот Сергиевские заводы, там, потому что в поселке Ващенково. Вот. Это сделано было перед Первой мировой войной. Вот. То есть оборонная промышленность зарождалась тогда. Ну и какие к оборонной промышленности иногда относят, еще бывает, вот, то там пищевую, то прочее. Но я считаю, если это военный период не проявлял себя именно таким образом, ну, что-то, или там, скажем, ничего обычного не было, ведь много было предприятий, которые минометы изготавливали. Каждый да. завод, а вот она оборонной промышленности или нет?
И возникает, вот надо смотреть соотношение продукции, как было там и прочее. Вот. Особенность, я думаю, заключается в том, что все-таки оборонный комплекс, неправильно, как называют там военно-промышленный комплекс, это все-таки в общегосударственном масштабе. Вот, регионально это вот именно оборонная промышленность. И, собственно, у нас она начала формироваться во многом до войны. Ну вот, когда говорим о начале войны, вот тот же 42-й завод, вот завод Масленникова, он уже был и, в принципе... Работал, да, и был готов перестроиться. Да, и вот есть протоколы партийных организаций, там был директор вот Белоглазов, он сразу 22 июня дает команду собираться, потом партийные организации собирают и начинают так. Мы должны перейти на производство вот этих снарядов для «Катюш» и еще некоторые какие-то вещи. Вот для они сами так сориентировались или им уже директива пришла? Нет, ну, задание дали, но задание дать одно, а надо же его еще реализовать. Его, да. Вот. И вот как раз они это обсудили, все, и завод начал вовсю работать. Смотрите, карбюраторный завод, он практически... «Катек». Да, вот «Катек». Он же изготавливал вот эти карбюраторы, отправляли. Автомобили, большей частью, это были на Куйбышевских, работали с куйбышевскими карбюраторами. Часть танковой промышленности использовала. Вот. Возьмите танкостроительный завод. Он еще дореволюционный. Завод вот Бенки был, вот, и они начали уже с станки там новые, более упрощенные, придут же на заводы, то подростки, женщины, надо, конечно, чтобы они... потому что мужчины-то воюют. Конечно, и вот они уже изготавливали, или сожрез там по ремонту, это вот, на Безымянке. Это завод, который первый, да, появился, да, собственно говоря, на Безымянке. Да, он же еще с 30-х годов, и все. Ну, и вот оборонная промышленность, у нас сейчас такое наивное восприятие, вот привезли эвакуировано оборудование, там поставили, выкинули куда-то и прочее. Да. И в чистом поле возникло новое предприятие. Вот во второй пятилетке у нас должны были построить автомобильный завод. 20 тысяч грузовиков должен был выпускать. Это... Во второй пятилетке? Да. Это получается, напомните, да, какие годы у нас это? Ну, это вот как раз у нас 30-е годы, да. Да? Вот. И должны были построить. Но конкуренция была. Так. Вот, и выиграл Нижний Новгород. Вот. Вот. Ну, там лоббирование было больше. Вот. А так есть переписка там нашего местного руководства. Хотели очень. И пока был Куйбышев живой, он еще как-то поддерживал. Ну, потом вот... Куйбышев имеется в виду Валериан Куйбышев. Да, я имею в виду не пункт. То есть вот площадка такая. Но все-таки плохо он лоббировал наши интересы, раз Нижний Новгород забрался на завод. Ну, он один, а с Нижнего там была большая группа всех руководителей. Вот, вот считайте, что площадка уже была готова. На самом-то деле, да. Вот. Плюс Чапаевские вот эти заводы, все три, да, они, кстати, тоже серьезные предприятия. Серьезные, конечно, это конкурент был Германии. Там, если бы они не знали о том, что мы готовы изготавливать в большом количестве вещества, там, химические вещества, скажем так, назовем. Да, и все. И немцам неизвестно, что, как они же хотели вести химическую борьбу. Но когда такое вот по разным каналам прошло, то что будет тоже обратная объяснили, реакция, что можете, ребят, получить. И все. Сразу поменяли свои планы. Вот. Это как бы вот... А дальше вот второй, как бы, это то, что было уже начато перед войной непосредственно и в войну. Но вот 1940 год он стал, начиная с августа, особенно знаковым, потому что вот тут решили как раз строить авиационное предприятие, авиационный комплекс. И это, смотрите, стало, наверное, решающим фактором. Конечно, да? И за год, вот смотрите, 1941-1942 год, не один там какой-то маленький завод, а два таких крупных завода, как первый нынешний «Прогресс», вот, и 18-й завод из Воронежа, вот здесь упоминали как раз, они были построены, это заводы, которые дали только 27 тысяч штурмовиков. Это 75%. Да, вот этих самолетов, которые... Плюс стали строить сразу комплекс
Вот. То есть такого региона, как наш, где бы вот авиационная промышленность, начиная от исходящего цикла... И до сборки. Вот, то есть от детали до конечного продукта. Да, это было... Аналогов не было, да? Не было. Вот, и тут мы уже... Потому что, ну, вот в Саратове завод авиационный, он там яки выпускал, хороший все, но это только часть. И без каких-то... То есть это там была только сборка деталей, уже, да? Без привозных это? Деталей, да, они не могли. Ну вот, и Безымянский узел, я его так обзываю, промышленный узел, вот, он формировался именно как вот такой комплекс авиационного производства. Мы не зря стали фактически своеобразной такой столицей вот авиационной промышленности, а потом космической, авиакосмической промышленности. Вот я считаю, это особенность. Вот, потом надо обратить внимание и то, что здесь все-таки, вот уже говорили про энергетический комплекс, а здесь уже был задел. Ну вот Безымянская ТЭЦ, кстати, там вот как раз, ну я считаю, близ этой ТЭЦ все-таки есть некое такое воздаяние к тем, кто строил, вот в том числе заключенным там есть такой, ну еще не памятник как бы, но такое упоминание есть. Вот, плюс смотрите ГРЭС. Наш Николаевич, Кудовский. Я, к сожалению, вынуждена вас прервать. Звонок нам, мне подсказывает студию. Давайте попробуем его вывести в эфир. Угу. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Что-то у нас не очень получается со звонком. А, я все слышу. О, прекрасно, мы вам очень рады. Здравствуйте. Татьяна Корнеевна. Еще раз Татьяна. Панкина Татьяна Корнеевна. Очень приятно, Татьяна Корнеева, с праздником вас, да, с Днем Победы. Татьяна Корнеева, мы вас слушаем, рассказывайте вашу историю. Я хотела бы рассказать о своей свекрови. Замечательно. Да, мы вас слушаем. Она родилась и жила в поселке Зубчининовка. И вы знаете, во время войны, когда началась война, ей было 15 лет. Ну, естественно, всю молодежь отправили на завод. И вот она работала под открытым небом, руки мерзли, страшно мерзли. И однажды ее мама не пустила на работу. Вот такой случай, что... Пожалела она ее? День. Пожалела она? Страшно. Или почему? Почему мама не пустила? Почему мама не пустила? Да, пожалела, потому что... Да. Мама пожалела девочку, что у девочки обмерзали руки, что девочка замерзала. И вот дочка была старше, их 5 человек в семье было. Но ваша свекровь еще... Она продолжала потом работать, и однажды ее пригласили в бухгалтерию. Так. Так, мы вас слушаем. За то, что у нее очень четкий был ум, она могла все считать в уме. Потому что счетных машинок не было, телефонов таких не было. И вот даже и таким образом понадобилось, и нужна была. А так женщина была очень интересная, девочка была интересная. Пела, плясала, частушки пела, умела шить, вязать, вышивать, готовить. И когда вот маленькие ребятишки появились, 3 сына у них родилось, ребятишки помогали стягать одеялки. И все росли под радиопередачу. Вот мой муж мне рассказывал. Мы, говорит, все узнали. Начиналось утро с зарядки. Просыпались и засыпали. Моя свекровь была очень интересная женщина. Да. Татьяна Корнеевна, сейчас как вспоминаете вашу свекровь? Вот как вы храните память вот этой женщины замечательной в вашей семье? Просто когда мы собираемся на дни рождения какие-то, вот свои дни рождения, внуков, детей, вот сын младший, то есть мой муж, он умер в прошлом году, вот, ну, так получилось, онкозаболевание. Но мы постоянно вспоминаем, какая у нас бабушка, какая она, и дети мои вспоминают, что бабушка очень интересная, любит шутки, любит песни. Вот знаете, была одна песня «Парусенька, хорошенько». Я сама сибирячка, я думала, что это какая-то народная песня, ну там где-то какие-то шуточки в этой песне.
А потом, когда я услышала несколько лет назад исполнять наш хор волжский, эту «Марусеньку, хорошеньку», я была в восторге, что впервые я эту песню услышала от своей свекрови, от Нины Васильевны Фоминой. Вот. Спасибо вам большое, Татьяна Корнеевна. Пришлите, пожалуйста, нам фотографию вашей замечательной свекрови. Мы обязательно покажем ее в прямом эфире. Мы формируем фотобанк из портретов куйбышевцев, которые совсем юными или уже были в возрасте, встречали войну здесь и трудились в тылу. И, собственно говоря, приближали этот день, о котором мы сегодня говорим, который мы сегодня отмечаем, как могли, как говорится, в известной песне. С праздником вас, Татьяна Корнеевна. С праздником, праздник. С 9 мая. Спасибо вам. И вам огромное спасибо, что позвонили. Я сегодня только узнала о городе Куйбышеве. Замечательно, не переключайтесь. Мы рады, не переключайтесь. Это еще не конец, вы узнаете еще больше, потому что у нас на самом деле еще много гостей, поэтому оставайтесь с нами до вечера. Чудесная история, Вячеслав Замечательная Николаевич. История. Да? Я думаю, что вы, когда работали с архивными документами, подобных историй много читали. Да? Ну, а что? Вот, судьбы. У меня мама и родственники, вот 12 родственников у меня воевали. 12 родственников? Вот. Все. Один только умер в госпитале в Ленинграде. Остальные все были ранены. 11 все были ранены, но остались живы. Ну да, это слушайте, вот представьте это чудо, себе. Это чудо. Это 21-й, 20-й год там. И вообще выжило из тех, кто пошел на фронт, был призван, выжило только 3% вот этого года по всем вооруженным силам. Здесь, в общем-то, достаточно простые были люди. Вот, тем не менее, вот, хотя по-разному было. Вот, отец, он был как бы солдат одного фактически боя, потому что он был десантником на танке. Вот, и операция «Багратион» началась, и вот напарника убил, и отец был тяжело ранен. Но, тем не менее, остался жив. Остался жив. Солдат одного боя. И мама, их тут тоже целая как бы у нас родственная такая группа была на 35-м заводе агрегатного оборудования. Она до этого работала вот 39-41 год в Ступино завод. А потом сюда их эвакуировали, Да? Но она на год там здесь места что-то не было, когда битва под Москвой, и она в колхозе поработала, а потом опять вот здесь на заводе была контролером. И что мне запомнилось, это то, что вот она, уже будучи там в возрасте, она любой металл подойдет, вот рукой потрогает, и уже говорит, так, качественный, некачественный. Да вы что? Вот, потому что, полиартрит в результате, потому что зимой же все это. А, то есть ей приходилось это делать и зимой. Вот, а потом вот как вот здесь Татьяна Корнеевна. Да, Корнеевна, да. Вот, как она говорит, обмораживали руки, пошла бухгалтером. Вот мама тоже потом стала бухгалтером, там закончила всякие какие-то курсы. Медаль она получила, отец получил вот за победу над Германией, а мама за доблестный труд. И мы недавно нашли фотографию ее 45-го года, когда ей было 21 год, вот, когда Вячеслав она заканчивала. Вячеслав Николаевич, с вас эта фотография. Обязательно. Да, пожалуйста, пришлите нам эту фотографию любым удобным для вас способом. Потому что мы пытаемся искать еще там. Конечно, это очень интересно. Вот. Она украсит наш фотобанк, потому что это удивительная история. А познакомились они уже после войны, ваши родители? Уже 55-й год. А здесь, в Куйбышеве? Здесь в Куйбышеве, да. Вячеслав Николаевич, вот ваше отношение как специалиста к статусу запасной столицы Куйбышева? Ну, вы знаете, я все-таки как историк буду подходить. Все-таки официального такого документа о том, документа что... Документа нет, но тем не менее. Вот я поэтому и спрашиваю. Но мы по признакам так и можем с вами говорить. Есть атрибуты там, то, другое. Ну, я сразу хочу вот отказать в таком названии, как «Вторая столица». Потому что мы с вами не в 1812 году, и Самара не Питер. Куйбышев был не Питер. Был не Петербург. То есть ключевые вопросы в 1812 году, они принимались там. Все-таки в Санкт-Петербурге, Петербурге, да. Конечно. Да. А здесь такие ключевые вопросы. Ставка все-таки была в Москве. Конечно. Да. И даже вот то, что были тут посольства, да, они там выполняли часто консультационные. Проблема в другом, что вот документы о деятельности посольства, они хранятся в МИДе. И вот до сих пор?
Конечно. И чуть-чуть дают вот так немного. И поэтому полностью мы что-то узнать не можем. Пока. Да. Вот. Ну, что-то бывает иногда по линии ФСБ. У них вот есть книга «Крепость на Волге». Они некоторые моменты рассекречивают. Конечно. Да? Тут же и поляки, и японцы пытались много узнать. Конечно. Американцы. Чехи, говорят, тоже наследили. Да? Ну, многие. Вот. Угу. Ведь город, вот есть воспоминания, где вот в книге Шелленберга, он там пишет, что знали о Куйбышеве настолько, что хотели вот ФАУ, он был одним из городов, которые должны были бы разбомбить. Угу. Вот. Долетели, то они пролетели бы сюда. Это достоверная книга Шелленберга, воспоминания его какие-то? Конечно. Да, конечно. Угу. Вот. И он, вот я на другое ссылаться мне особо не на чего. Здесь ведь был еще и центр, кстати, связи, что немаловажно. Конечно. А это вообще отдельная история, отдельная тема. Песня, старше, потому что предполагали, что если вдруг, не дай бог, откуда, Москва будет сдана, откуда на самом деле начал Левитан? Он здесь не был практически. Он не здесь, но здесь он был узел. В Свердловске. Угу. Вот. Но, узел связи был здесь. Тем не менее, связи с разведчиками нашими и прочее, они вот с этого Новосемейкинского стенда как бы оттуда осуществлялись. Вот. Поэтому много чего еще мы не знаем. И, понимаете, это отчасти связано с тем, что вот правильно, я приветствую те вещи, что и студентов все время настраиваю, и когда со школьниками, ребята, ищите, вот пока живые, вот потом ведь вот уже по опыту, знаешь, надо, они же еще и не хотели ветераны много рассказывать. Конечно, и многим все. Было просто конечно. Тяжело это вспоминать. И тяжело, и многие, вот на заводе, в 35-м, секретка. Извините, а они были воспитаны. И даже прошло много лет, он все равно это помнит. Все равно старались вот так, поскольку. Кто работал на мехзаводе, он там изготавливали они вот брони всякие, бронезащиты, тоже молчок. Вот. Мы вот когда готовили по немецким специалистам, уже послевоенный период, они работали в 1946-1953 годах по репарациям у нас вот на управе, тоже люди, вот казалось, прошло уже там 50 лет. Угу. Ну вот поскольку смотрят там на начальника, вот так есть, этот начальник вспоминал, этот вспоминал. Значит, и я вспомню, да? Да, а так вот, поэтому мы не так много знаем, это только кажется. Или есть такая вещь, как я считаю, тоже вредная, это презентизм. Презентизм – это осовременивание. Или вот репрезентация, когда пытаются, собственно, под свою концепцию, схему как-то все подогнать. Ну, был участок третий, вот где Калинина там. Ну, напишите, что было, люди же жили, они вот старенькие и по сей день. Или там, скажем, вот особенность города, такая повседневная. Вот все приезжавшие из Москвы, они говорили, что вот в Куйбышеве они застали айдатиков. Вот слово «айда», айда, слово «айда» пошли, оно было распространено, его не было где-то. Угу. А вот здесь они айдатиков всех знали. Я даже, вот когда в школе учился, там 135-й, вот те, кто приезжал, у кого родители приезжали из Москвы, а вот вы все эти местные айдатики. Спасибо вам большое, вот. Вячеслав Николаевич, за такой увлекательный рассказ. Еще спасибо. Раз вас с праздником, спасибо. Великой вас Победы. Тоже с праздником и всех с праздником. Спасибо, что пришли к нам. И новых вам успехов творческих обязательно. Мы ждем новых книг.